За свежей рыбкой охотятся дальневосточные медведи. Косолапы не едят мясо, предпочитая ягоды и рыбу. На Камчатке она жирная и питательная. И сегодня в город вновь приехал проверенный поставщик морских деликатесов рыбак Камчатки, чтобы свежий улов попробовали и жители нашего города. Когда последний раз вы видели на полке в обычном продуктовом чавычу, белорыбицу, нерку или палтуса? Для Урала такие ценнейшие виды – редкость. В отличие от простой речной, морская более питательная. Дальневосточную рыбку ловят на Камчатке, а после привозят к нам. Далее технологи ловки коптят улов в больших печах. Например, белорыбицу холодного копчения готовят на протяжении 12 часов, соблюдая особый температурный режим. Белорыбица холодного копчения. Белое жирное мясо не содержит ни одной косточки. Все косточки были убраны вручную. Можно давать детям без боязни, так и людям старшего поколения. Также технологи рыбку коптят горячим способом. Получается уже готовое полезное блюдо. А если хочется приготовить ужин и накормить семью чем-то вкусным и полезным, свежемороженые стейки, спинки и тушки – точно для вас. Рыбка запечатана в вакуумную упаковку без льда и снега. Доставайте и готовьте. Не нужно ждать часами, пока она разморозится. Пару раз брал, понравилось. Раз понравилось, вот и хожу, беру. Я взяла печень трески. Так, нужно же кушать. Ну и селедочку взяла. Печень трески, а почему? Трески, ну, омега-3 жирные кислоты. Нам нужно пенсионерам обязательно. Ну, вообще всем людям надо. Ну и селедочку так побаловаться. И это далеко не весь запас рыбака Камчатки. Также на полках при оптимальной температуре можно найти красную икру чавычи. Только посмотрите на этот деликатес. Словно с картинки. За свежим уловом приходите в ДК имени Ленина до субботы включительно. Рыбак Камчатки – это вкусно и полезно. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.